пас. Маурисио с мячом. Смольников набирает скорость. Смольников включит, но там же и Халк. Халк с мячом. Дзюба. Удар! И Артем Дзюба! Артем Дзюба! Но какой же гениальный Халк! Какая это... Какое счастье для Дзюбы, что есть рядом Халк! Какой же он выдал ему пасик, а? Когда-то называли это шоколадный пас. И как правильно сыграл Дзюба. Грудью подыграл, ну и вторым ударом гранат был бессилен. Еще раз, вот заброс точно на грудь. И удар Дзюбы. 3-2. 101-й гол Артема Дзюбы в его футбольной карьере. Да, для него, ну, это самый пик сегодня. Конечно, все читали, ну, те, кто интересуется футболом, читали его интервью, с каким настроением он будет сегодня выступать. И он сказал, что у меня, конечно, к клубу «Спартак» нет никаких претензий. Клуб гениальный.